Подготовка. Если вы маршрут планируете, соответственно, будьте добры, подготовьтесь физически, чтобы банально... Реально, это чистая физиология. Вот здесь есть мышцы, которые держат ваше колено. Если вы не готовы на спуске, вы будете спускаться, и в один момент начинаете просто валиться с ног, потому что эти мышцы надо отказывать. Чисто физически. Это я видел буквально вот на днях у меня клиенты. Он такой толстенький, не занимается спортом, залез на вершину, обратно он уже, короче, падает. То есть это важно. Да? Решили сходить в гору, будьте добры подготовиться. Начинайте как можно раньше, просто банально, да? Если вы идете на маршрут, думаете, что там целый день он займет, начните пораньше, в 6 утра, в 7 утра. Тогда у вас будет огромный запас прочности и времени, чтобы этот маршрут завершить.